начинаю новый влог. Сейчас едем за покупками на Новый год. Закупимся продуктами. Сегодня уже 30 число. Сегодня хочу вечером все отварить для салатов, а завтра уже с самого утра все приготовить. Готовить немножко мне, поэтому завтра все успею сделать. Маргушка вон с чаем сидит. Паильник не нашли, где-то в квартире потерялся. Сидит с бутылкой, засыпает уже. Рано проснулся, и спали плохо, и вообще не выспалась. На улице у нас потеплело, 9 градусов. А, все начало таять на дороге, прям уже грязь. Машина уже грязная, может, только машину помыла, и уже грязная. Так что беру вас с собой, и всем приятного просмотра. Приехали уже в торговый центр. Парковка вообще забита. Здесь огромная парковка. Машину даже поставить негде. Смотрите, хрюши какие вон стоят. Забито полностью до конца. Хотя вот здесь вообще никогда машин нет. 30 число, все скупаются. На кассах там, наверное, капец сегодня какой будет. Капец. Никогда здесь машин не было. Забито и туда, и туда. Мы уже скупились. Муж меня сейчас везет в торговый центр погулять, а он с Маркушкой поедет на работу, они там шашлыки будут жарить. Я не захотела, говорю, отвези меня, я лучше погуляю, поэтому... Будем сейчас гулять по торговому центру. Решила сходить сначала покушать. Заказала себе KFC чизбургер. Ведерко с стрипсами и картошкой. И колу небольшую. Покушаю и потом пойдем гулять, в общем, по магазинам. Людей просто целая куча. Присесть даже негде. Я, кстати, что-то встала, стою, надо столик бы занять себе. Людей вообще очень много. И внизу тоже. А муж, короче, на работе шашлыки будут жарить. А меня тоже звали, но я не захотела. Он Маркушу забрал с собой, говорю, ну, меня отвези, говорю, тогда в торговый центр, я погуляю. Не знаю, слышно меня или нет, настолько шумно. В общем, буду занимать где-нибудь место, чтобы сесть покушать.
часах уже 5 вечера. Жду мужа, когда подъедет, уже где-то подъезжает. Прогулялась, отдохнула. Жарко так вообще, людей куча целая, парковки забитые. На эскалаторе очередь, чтобы спуститься, выйти. Зашла в карусель за багетами, вкусные батоны такие. Зашла за батонами, короче, на очереди стояла. Наверное, на кассе вечер начинают все домой расходиться, и поэтому очередь везде образовывается. Ничего не покупала. Я даже не успела доходить по магазинам. Муж уже звонит, говорит это. Я уже подъезжаю, выходи. Вот стою, жду, когда он там подъедет. Маркуша, на часах уже 7 вечера. Мы только вот к подъезду подъехали. Муж пошел машину парковать. А мы стоим, ждем с пакетами возле подъезда, да? Пойдем. А то машину ставим за домом, далеко тащить, а у нас вон целая куча пакетов. Было 3 пакета, в итоге 5 пакетов. Пока доехали туда, туда, сюда, туда, сюда. Да, сын. А еще дел сколько. Я собралась сварить яйца, печень. Яйца, печень сварить. Этот, что еще? Картошку. Еще что-то. Или все. Яйца, печень, картошку, да. Целая куча. Муж к соседям хочет зайти после 12 ночи завтра. Я чуть не очень хочу. Хочу дома. Я хотела на елку пойти сходить. Посмотрим, в общем. Приехали домой. Уже все разложилось. Сейчас давайте расскажу вкратце, что купили. Это и на Новый год, и кое-что так покушать. Так, лаваш, хлеб. Ну, хлеб мы заморозим. Сегодня вот эти багеты покушаем. Укроп. Тут сладости, к соседям пойдем, яйца, сыр, косичка, авокадо. Вот это авокадо обошлось 60 рублей. А вот эти два мы купили на развес 300 рублей за килограмм, и обошлись они 150 где-то, наверное, рублей, но эти побольше. Так, рис, приправы здесь, приправы. Масло сливочное, моркушки, творожки, 4 штуки, чеснок. Это я воду покупала, пить захотелось. Помело взяли, мандаринки взяли. Это печень на салат, говядины зашли на рынке, взяли. У нас открылась лавка со свежим мясом. Так, 2 упаковки крабовых палочек, свинины взяли, курицу взяли, взяли йогуртов. Здесь выпивка, короче, к соседям пойдем, возьмем фанта, масло, там коту взяли корм Вискас и такие в мягких пакетиках. Это муж взял себе морскую капусту, я такую не люблю. Ой, так, махеев, майонез, 2 вида сыра, один такой на нарезку, а второй на салат и на горячее. Кукуруза, оливки, что здесь, помидорчики, томатная паста, макароны и колбасу на оливье. Так, вот еще тут в пакете картошки взяли, лука, морковки, взяли на компот и на этот, на кисель, замороженные ягоды. Так, девчонки, забыла вам показать еще покупочки, которые сделала для себя. У меня закончился гель для умывания. До этого я покупала тоже такие вот баночки по 100 мл Organic Kitchen. Мне не так нравится. Покупала гель для умывания. Так, как называлось? Шоколадный маффин. Питательный гель для умывания был. Я его пару раз покупала. Он мне уже поднадоел. И я увидела, что есть еще гель для умывания. Это идет увлажняющий. Свет мой зеркальце называется. Органический мелиссовый мед и свежие ягоды асаи. Запах вообще потрясающий. Смотрите, какая текстура на нем. Классный. Будет хорошо пениться и
аромат приятный. И купила вот такую вот маску, перезагрузка. У меня знакомая девочка покупала вот такую вот, говорила, классная. Я взяла попробовать. Тоже мне понравился очень запах. Маска обновления для лица, органическое масло шиповника и органический алтайский кедр. У меня есть маска похожая, розовая, такой текстуры. Очень классно тоже пахнет, мне понравилось. Обязательно завтра попробую маску, а сегодня гелем смою макияж. Снимаю макияж мицеллярной водой от Garnier, и потом полностью лицо щеточкой прохожусь. Потом купила себе от Compliment сос для точечного лечения воспалений. У меня воспаленная кожа часто бывает, и я взяла от прыщей угревой сыпи с салициловой кислотой. Моя парочка уже закончилась, было от Avon у меня два средства, тоже вот такое вот точечное средство, точечными мазюшками намазываешь, в общем, на проблемные зоны, и помогает очень хорошо. Снимает воспаление, помогает заживлению, устраняет пятна от угре и прыщей, не содержит спирта. В общем, взяла себе такое вот средство, и в комплекте взяла вот такой вот лосьон, тоже от Compliment. Тоже, в общем, то же самое. Не содержит спирта. Запах очень классный, никогда не брала. Вот решила взять попробовать. Маркушка мой лосьон выкинул. Вернее, не выкинул, а вылил. Я его даже не допользовала. Поэтому это нужно будет убирать подальше, чтобы не вылил. И потом взяла вот такие патчи себе. Давно что-то я не покупала. Закончились уже давным-давно. От Skin Light. Мне они очень нравятся. Тканевые такие патчи. Еще нравятся гелевые, но не было, к сожалению. Потом взяла еще Камей мыло и покупала вот такое вот средство. Оно стоит 26 рублей или 29. Дешевое, дешевле, чем Pemalux. Эффект соды здесь, аромат лимона. Хаусфрау как-то вот так называется. Вот запомните, девчонки, обязательно возьмите, попробуйте на заметку вам. Мне так понравилось, даже получше работает, чем мой любимый Pemalux. Так что советую попробовать. В общем, были вот такие вот у меня покупочки. На часах уже у нас почти 10 вечера. Честно сказать, уже подустала. Вечер получился, знаете, такой насыщенный. Прогулка по торговому центру. Ну и получился интересный влог. А в торговом центре ничего не покупала, так кое-где попримеряла, знаете, отдохнула душой и телом, сама походила, расслабилась по магазинам, по примерочным, не все снимала, знаете, мне даже не было настроения брать телефон в руки и что-либо снимать, хотелось просто отдохнуть. Я сначала пришла в торговый центр, стою, куда мне руки деть, куда, кого мне взять, где мой ребенок, как-то привыкла, что постоянно с ребенком, а это сама, не знаешь, куда эти руки деть, коляски нету, ребенка нету, куда их придеть, эти руки. Ну, в общем, я отдохнула, расслабилась, мужики мне мои дали отдохнуть, подарок мне под Новый год сделали. Мама ходила, гуляла, наверное, часа три я проходила в торговом центре, прогуляла. Они шашлыки поели на работе, мужа жарили, мужиками отдыхали. В общем, день у нас получился насыщенный, мы уже и поубирались тут на кухне, и покушали, поужинали, и я сварила уже на завтра яйца, картошку и печень для салатов. Завтра будем, в общем, готовиться по полному к Новому году. Ну что, я буду заканчивать влог. Я надеюсь, вы меня поддержите пальчиком вверх. Мне будет очень приятно. Надеюсь, вам понравился влог. Оставляйте обязательно комментарии. Извиняюсь за свой вид, такая замученная. Я уже сижу, уже сейчас бегу-бегу в душ. Маркушку уже покупали, он уже там лежит на диване с молоком, ждет маму. Ну что, всем спокойной ночи, всем пока-пока и спасибо за просмотр.